Всем привет, с вами Полина, и вам всем известная стена у моего дедушки опять вечером. Сегодня у нас вторник, вечер, и я решила снимать влог с вечера. Отлично. Кстати, у нас уже сейчас краснеет клубника. Вот, ребята, сейчас я вам смотрите. Не маленькая, а вот смотрите, какая прям классная. Я надеюсь, что сейчас уже с динамиком все нормально, и вы меня все хорошо слышите. Итак, ребят, сейчас я уже у моего братика. Итак, ребят, всем привет. Сейчас уже утро, я недавно встала, и мне уже, ну, я уже умылась без завтрака. Расчесалась, и мне сейчас надо уже одеваться в школу. Продолжать снимать в школе. Да. Я иногда смотрю вот сюда в экран, потому что я хочу воздать на себя, потому что я только что проснулась. Итак, ребят, сейчас я уже спускаюсь в школу. Ребят, сейчас мы уже в школе, это Соня, да? Да. Вот. Сейчас мы учим биологию, потому что мы не знали, что задали, и мы ее не учили. Никто не учил. Понимание, маленькие, это вот, вот это. Да, все. И то, блин, а вот это вот тоже один пара. Ой-ой-ой. Ну все, я дальше продолжу снимать на перемене. Ребят, короче, мы сейчас уже вышли из биологии. Все было нормально, у меня 4. И смотрите, нам надо было на биологию. Ой, на биологию. На ОБЖ пинт. Итак, ребят, сейчас у нас было ОБЖ. У меня вся красная рука из-за того, что она меня бинтовала. Ладно. Сейчас мы идем на историю. Это будет полная жопа. Да. Ребят, короче, мы сейчас уже на другом уроке. История прошла чики-буки, у меня 4. Да, Соня. Сейчас покажу, какое мы оставили послание. Сейчас. Хочу мить. Вот, ну. У нас здесь очень много книжек. И смотрите, это все из пластилина. Ветерок, смотри. Ветерок. Нет, ну дрон, мы же сами ведемся. Они, вот это их воспитание, их культура, понимаешь? Сейчас уже идем домой. Ребят, сейчас мы уже идем домой, и Соня упала. Покажи свою колено. Не надо. Короче, там все плохо. Кровь. Просто меня толкнул Вадим. Это я подняла. У меня еще юбка поднялась. А там все идут. А я даже не в колготках была, я была в носках. Да. И чтобы ты понимала, в этот момент как раз таки Денис рядом стоял. Ребят, сейчас я поднимаюсь домой, как вы видите. Вот. Все хорошо. Ребят, сейчас я уже пришла с английского, переоделась. И как 5 минут, наверное, уже как переоделась. Вот сейчас немножечко поработаю на ноутбуке. Там нам надо по информатике сделать кое-что. И мне там надо еще... Так как у меня нет этой программы, которую нам смотрели по информатике, на ноутбуке я просто попечатаю на нем. Вот, и... Но у нас завтра нету информатики, я так просто хотела посмотреть. А потом мы уже пойдем до дедушки. Да, сейчас я еще покушаю и пойдем до дедушки. Итак, ребят, привет опять. Да. И сейчас я в подъезде. Стою, жду маму, и сейчас мы идем до дедушки. Я оделась в печатку, там сзади надпись. Ну, буква желтого футболка с ой, ну, здесь ананасики, пузик и джинсы. Мне все нравится. Сейчас мы уже пойдем до дедушки. Но там никто не выйдет, это плохо. Да, сейчас я уже у дедушки гуляю. Здесь никого нету. Ну, в общем, вот, скучно. Да, сейчас я уже искупалась, уже ночь. Сейчас буду спать. Вот, и в общем, всем пока, всем удачи. И завтра я уже начну снимать новый влог. Всем пока.